Мур, привет, друзья, с вами Зверько, а это новостной выпуск обновления 1.3.50. Судя по всему, новый Белерик и Уранус будут доступны с 12 февраля. Но это не точно. Скин на Лолиту «Танец Льва» будет стоить 749 алмазов и будет доступен с 7 февраля. Изменение героев. Чинят анимацию Ангелы в ульте. Новый Белерик. Увеличит КД на секунду для первого навыка. Изменение вполне логичное. Новый Уранус. Сильно сократили КД ульты. Сейчас 36, 32 и 28, а было 40, 35 и 30. Ускорение при применении ульты сохраняется немного дольше. Фарамис. Пассивка. Теперь от уровня зависит, насколько будет сокращаться его время воскрешения от поглощения душ. Максимальное сокращение воскрешения по-прежнему 70%. Ульта. Улучшили логику воскрешения. Теперь отсчет идет от времени первой смерти, а не после окончания воскрешений. Это увеличит его пользу, поскольку если время, проведенное в сражении, будет засчитывать, все равно, что сокращение воскрешения. Гвиневра. Первый навык. Увеличили скорость снаряда немного. И бонус к урону теперь 130%. Было 120%. Второй навык. Прыжок. Теперь может быть прерван контролем. Второй навык. Отскок. Чуть увеличили время скрытия. Ульта. Теперь наносит 6 ударов. Добавили 1 удар. Лучше бы, конечно, чтобы все эти удары держали противника в воздухе. Пассивка. Теперь урона по подкинутым врагам наносится больше на 25%, а не 20%. Ну и изменили ей кучу мелких проблем, попутно усилив чуть-чуть ей удар с разворота автоатакой. Лолита. Первый навык. Получила физический бонус в размере 100%. Попутно ей немного уменьшили базовое значение урона. Бонус с лихвой окупит это, а значит это баф. Хильда. Ульта. Сократили КД на все уровни аж на 5 секунд. Кусака. Увеличили базовый урон ракет. Будет 155 на 6 уровне. Ранее было 130. Баданг. Ульта. Увеличили базовый урон от взрыва 72, 90, 108, а было 60, 78, 96. Второй навык. Теперь повторным нажатием можно убрать поставленное препятствие и не вредить команде своей глупостью. Позитивные изменения для Баданга. Кимми. Уменьшили базовую атаку на 5 единиц. Теперь 104 атаки. Хуфра. Первый навык. Чуть-чуть увеличили время подкидывания. Ну серьезно. Сильно ли повлияет на геймплей 1/10 секунды в подкидывании? Кто в курсе, пишите в комментарии. Харит. Второй навык. Уменьшили стартовое значение щита, но увеличили на 6 уровне. Дигги и Фанни. Исправили кучу багов. Алиса, Руби, Хаяба. Оптимизировали эффекты скинов. И самое важное. Зилонг и Чане. Оптимизировали бэкграунд историю. Ожерелье заточения. Зачем-то забрали 5 магической силы. Также в бою немного уменьшили прирост атаки для лорда. Что интересно, для режима выживания вводят ранговые звания. Теперь режим более соревновательный. Также будут выживательные ивенты. Ну а на этом пока все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новости, даже если не любите мои гайды. Делитесь новостями с друзьями и, конечно, ставьте лапки. Всем пока!